В рамках Петербургского международного экономического форума ульяновская делегация провела переговоры с представителями компании «Яндекс». Как итог, подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве в таких сферах, как медицина, образование и транспорт. Один из проектов уже известен. Им станет новая образовательная программа «Яндекс.Лицей» по обучению школьников навыками программирования. Более 10 лет назад мы начали свои образовательные проекты с высшей школы, с аспирантуры. Сейчас мы говорим о развитии Яндекс.Лицея. Это программа обучения программированию школьников с 8 класса и выше. И один из пилотных регионов, небольшого количества на данный момент пилотных регионов, это Ульяновская область, где мы будем учить детей вместе с областью. Обучение в Яндекс.Лицее будет вестись по программам, разработанной школой анализа данных Яндекса. В сентябре преподаватели из Ульяновска и еще 20 городов России пройдут обучающий курс в Москве. В регионе уже определены площадки для реализации проекта. Это IT-лицей на базе УГТУ, детский технопарк «Кванториум», городская гимназия Димитровграда. Второй проект получил название «Телемедицина». Уже существующий портал «Доктор-73», где ульяновцы могут записаться на прием к врачу онлайн, на этот раз будет дополнен мобильной версией от Яндекса. Здесь же у Яндекс предлагает свое мобильное приложение, онлайн-консультирование пока, потому что закона о телемедицине нет. Здесь должны быть защищены как доктор, так и пациент, поэтому непосредственно услугу нужно будет получить все-таки у врача по лечению, там выписки каких-то лекарств, а вот именно проконсультироваться можно будет уже сейчас. Кроме этого, были проведены переговоры с компанией «Ростелеком». Сергей Морозов поставил задачу обеспечить интернетом даже дальние уголки области. Достигнута договоренность, что будут реализованы не только устранение цифрового неравенства, но и некоторые проекты в социальном направлении. Немаловажная задача – это, конечно же, безопасный интернет для детей и для взрослых. И в этом направлении мы будем продолжать работать. Основную цель совместной работы компании и ульяновского правительства – это доведение информационных технологий не только до жителей, но и до учреждений соцсферы. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».